Всем привет, вы на канале Фордемаг. И чё, ребятки, новый выпуск ВДФ. Интересные сюжеты аниме 229. Блин, это в прошлый раз было почти про 228. Чёрт подери, аниме в играх — это, конечно, хорошо, но насколько же много будет багов, приколов, фейлов, и смогу ли я нормально поржать, а то у меня, как говорится, и так после Доктора Стоуна до сих пор мышцы болят, у меня щеки просто опухли. В любом случае, давайте начнем поскорее просмотр. И перед началом реакции, конечно же, лайк, подписочка, ну или переподписочка с колокольчиком, реально, потому что у Ютуба беды с башкой, и до сих пор люди пишут, где чертовы уведомления. Я не знаю, Ютуб болен. И да, любой комментарий, вообще любой комментарий, даже про то, что у вас случился настолько фатальный баг в игре, что вы ее нафиг забросили, а потом снова вернулись. Ну что же, поехали. Это... Да, what the fuck? Какие дела, народ? Сейчас я вам покажу всю эстетику физики первой мафии в одном видео. Ладно, давай. А чё ты хотел? А, ну да, круто. Забраться нельзя, но зато влететь... Как чертова ракета можно. Каких только безумств мы не творили. Мутили самолет. Я только ракета. Да. А теперь у нас летающие тачки. Да. Как эта тачка там оказалась? Притом это выглядит так, будто все было задумано. Я не удивлюсь, если там машина еще как-то так приземлилась. Это есть, наверное, дедушка того самого этого. То есть там лестницы. Вообще, походу, из GTA 4. Точнее, лестница, а качели. Выводят. Охренеть. Вот я всегда поражался таким фатальным глюком, за которых просто что-то взлетает к чертям собачьим в стратосферу. Охренеть. Я до сих пор не понял, как работает, например, те же качели в GTA 4. Почему такие реально происходят глюки с физикой? Ладно, вот это эпично. Местные мафиозники устраивают разборки, не выходя из машины. Он сперва подсёк этот грузовик, а потом мультанул сверху. Охренеть. Но поверьте, машины не самый грозный транспорт в этом городе. Ну-ка. Это эпично, нахрен. Прям между двух огней. Чувак за рулем, походу, такси пересмотрел. О-хо-хо, да уж это... Всё? Farewell! Алло, Михалыч, это Алан, по дешевке нужен? Эх, Фаолыч... Может, ты вылезешь оттуда? Why? It's a new strain of mute fruit that I just developed. Hey. It should be nutritious and. Бабуля, а что это вы здесь за петрушку такую веселую выращиваете, что вас ей так накрыло? Я б к этой бабуле за солью не ходил, у нее явно снесло бошку. Да что ты, милок, у меня муж кушает мою зелень и все с ним в порядке. И тем временем ее муж. О, боже. Отсылот, ты пьяный, иди домой. Бля, ты что, тупой? Как люди развлекались до того, как придумали интернет? Окей, давайте удиви. Типичное развлечение, да, думаю, так до сих пор развлекаются в Алабаме. А, такие развлечения мне не по душе, я лучше пойду в аркейдж. Вышел с батей поиграть в бейсбол. О, ну ладно. Давай, бать. Уф. Потрясающий удар. Главным образом, конечно, он потряс мозг вот этого чувака. Ему бы с таким ударом... Да, учитывая, какие там твердые шары. Твердые шары. Мне кажется, эта ситуация глазами подающего выглядела как-то так. Уф. Эй, you finally awake. А говорят, игры плохо влияют на мозг. А в спорте, польза в каждом ударе. This is Sparta! Я тоже не понял. Лучше поберечь мозги, потому что каким бы ты там борцом ни был, без должной смекалки прогиб твой обернется против тебя. Так, и что в итоге? Ah.
Да, везунчик. Помянем! Мне кажется, когда на тренировках они проходили тейкдаун, он прогулял тейк. И научился даун. Артур тут, конечно, вообще в этой ситуации стоял, никого не трогал, тут какой-то чел завалил его, пёзнулся с моста, а на него убийство повесили. Четко. У меня вообще со спортом шикарно. Не заладилось еще со школы, потому что в моей деревне физра проходила как-то так. А, ну зашибись, горячую картошку играем, вообще шикарно. Лови аптечку. Учитель говорил нам, что это баскетбол. Правила простые, берешь кирпич со стройки и пытаешься попасть в багажник Жиги в физрука. У меня по физре было 5, а у физрука 2 года условно. Да, замочить его уже. О, все, молодцы. Чувак, иди уже. Мы все поняли, что тебе колено прострелили, что там у тебя обидка. Жизнь, конечно, у тебя скучная, дружище. То ли дело, кузен твой, он с драконами дерется, и тем временем кузен. Чертов гусь. Чувак, это гусь, не трогай его нахрен, и все, он тебе не будет лезть. Кстати, все ж мелкие гусей боялись, вот я до жути. Мне кажется, детское воображение рисует их какими-то такими. Какого хрена? Ладно, это мощно. Текс. Уф. Да. Это когда на улице случайно столкнулся со знакомым, которому торчишь бабок, и такой... Не, ну чувак вообще не растерялся. Надеюсь, он там нормально по лесу прокатился. Да не, все зашибись. Just Cause на мотоцикле. Поиграйте во второй, вообще шикарно будет. Типичные союзники NPC в шутерах. Шикарно, просто молодец. В этом видео все неправильно. У него руки пустые, автомат висит за спиной и шмаляет в чернозем. И муравьи на земле сейчас такие. Ну а в любом случае это все не важно, потому что их враг решил устроить барбекю и пригласил их как главное блюдо. Но не только NPC такие бесполезные. Да. Зашибись, конечно. Чё там коннектишься? Давай уже, показывай! Здорово! Мне кажется, это был самый легкий даблкил в его задротской карьере. Они в 4 глаза не смогли отличить противника от табуретки. Но для следующего видео вам понадобится быть очень внимательным и глядеть в оба. Ладно. Оу! Это уже классика. Столько раз видел, опять же, по эту физику видосы. Так, о чем это я? А, да. Вообще, это типичный стрим девушки на Твиче. Ну, она просто популярна, потому что умеет интересно рассказывать истории. Да. Грамотно излагать свои мысли. Сложно, сложно! Когда спрашиваешь у друга, почему он играет в какую-то странную аниме-игру. Ну, там сюжет интересный. Интересный сюжет. Как до сих пор, опять же, не понимаю, почему играет Геншин, учитывая, что он порой такой забагованный. Вообще, держите руки на видном месте, господа. И отношение вот, там вот к игрокам здесь. Такой знаете, себе. Руки там не будет, он по-любому из вот этих вот ребят. А я смотрю, Майкл взял инициативу в свои руки и нашел подход к местным копам. Я вот только не пойму, что они делают. Походу, какой-то операцией руководят. Так, здесь не будет шуток про футболистов, но я уверен, они уже есть в комментариях, поэтому можешь зайти и почитать там. Вообще, пишите свои рофлы в комменты, они зачастую смешнее моих юморезок. Смешные я буду лайкать, а самый... Юморезок на резок. Да нормально вообще, в голову так выстрелил. Так, комарик укусил. Нормально. Обновление винды, как всегда, не вовремя. Это ты борешься со сном в понедельник на первой паре, но этот бой оказывается слишком тяжелый для тебя. Бля, короче, я спать пошел. Главное, чтобы никакой ужастик не приснился. Оу. Да. А
на своей волне, угорает просто вообще. Волк шишек обнюхался, он походу на огород к той бабуле заходил. Укропчика понюхал. Ты, нахрен мне эта геометрия, все равно в жизни не пригодится. И пригодится. Училка, решившая доказать обратное. Опа. Рассчитываем. Училка по геометрии знает, как сделать больно. Не зря же она чертила. Ну а на этом, в принципе, наверное, и все, господа. Если удалось поднять то настроение, то лайкометр внизу. Также влетайте с двух ног в кнопку подписки. Пишите в комментариях свои варианты смешных шуток на эти моменты. Все, спасибо вам за просмотр. Всем пока. О, да, позитивчика я получил, это был очень хороший выпуск, реально рад, что все-таки ВДФ продолжает нас радовать такими смешными видосами, прям зарядился позитивом, конечно, да, ребята, недооценивайте то, что вам говорят в школе, в особенности по геометрии, конечно, да, некоторые знания вам не особо пригодятся, но порой в жизни, если просто немножечко представить себе это, подтаскать углом геометрическим, геометрическим углом, господи, меня сейчас, наверное, просто возьмут этой бисектрисой и порежут нахрен. Просто, ребята, старайтесь использовать то, что вам дали в школе. Но, да, некоторые знания, согласен, не всегда помогут. В особенности 11 класс алгебры для меня был настоящим адом. В любом случае, лайкос, игровая, так сказать, уважуха получилась обалденно. Жду новых выпусков с нетерпением. Реально. Больше багов, больше приколов и больше такого истинного ржача. Ну а на этом, думаю, все. Всем спасибо за внимание, подписывайтесь, ставьте лайки, комментируйте, обязательно рекомендуйте видео для следующих выпусков, жмякайте на кнопку колокольчика, ссылочки на Donation Alerts и ВК в описании, поддержи канал монеткой и обязательно подпишись на канал ВДФ. Всем удачи и всем пока!